Если очень сильно хотите, помните, взор затуманен. И поэтому вероятность глупости растет в очень существенной прогрессии. И чем сильнее вы чего-то хотите, тем больше шансов. Желание — это не только вот это желание добиться от кого-то чего-то. Желание — это получить что-то. Желание — это соответствовать неким внутренним принципам. Желание — это страх там что-то потерять. Это все желание. И если они в вас бушуют, вы точно накосячите. С этой точки начинайте плясать к тому, что происходит на самом деле и как с этим, собственно говоря, делом быть. И если вы сейчас посмотрите вот ретроспективно на вашу жизнь, что в ней происходило, и вспомните ситуации, когда вы уже постфактум понимаете, что это было, так сказать, не самым решением, которому тараканы в моей голове аплодировали стоя, да, это моя любимая формулировка. Значит, если вы посмотрите, то вы обнаружите, что там ваше желание так интерпретировало все обстоятельства дела, что оно играло как бы на «да», а на самом деле надо было подумать и соответствующий поступок, может быть, сделать более осторожно.